дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Міжнародний олімпійський день – це день, коли ми говоримо про олімпійські ігри, про чемпіонів, про тих людей, які вивели і нашу країну, і увесь світ на інший рівень. Це спортивні досягнення, це те, що потрібно людині для цілісного розвитку особистості. І як же стати олімпійським чемпіоном? Саме з цим питанням ми звернулись до нашого першого учасника. Це Тарас Булка. Здравствуйте. І Тарас такий чудовий спортсмен, можна сказати, тому що він танцюрист, шоумен, і взагалі він вивів нашу країну на дуже високий рівень зі спортивних танців, а саме брейк-данс. Ось така зараз направленість є у Тараса, і я так розумію, що наступним це будуть Олімпійські ігри. Ну, наступний крок, так? Да, ну это мы еще посмотрим, потому что не факт, что все это закончится Олимпийскими играми. Я бы очень, с одной стороны, хотел бы, чтобы это произошло, чтобы люди увидели, потому что культура именно брейк-данс, это не сильно спортивное, я бы сказал, ответвление, оно больше творческое, и его объективно сложно оценить. И это уже как бы длится большой период, было много возможностей создания всяких табличек, как оценить этот танец. И все это становится субъективным, поэтому это будет очень долго, не очень просто. И будем смотреть, мы будем наблюдать за этим. Я как бы полюбил танец, и наоборот, в свободном режиме, путешествия, нет границ, нет, все друзья, весь мир, мы везде все друг друга знаем, летаем. Вот насправді, Тарас, ви багато чого зробили. І можна сказати про те, що ось такий брейк-данс, який вже можна назвати, і спортивні елементи там є, можна назвати його спортивним. Конечно, да. Він дуже складний. В нього є такі елементи, які під силу виконати одиницям лише. То рівень високий. Для України в цілому можна сказати, що це такий прорив. Бо ви показали, на що можуть бути здатні дніпровські спортсмени. Вони можуть показати себе, вони можуть конкурувати. І ось такі найбільші досягнення, чим ви можете пишатися? Розкажіть. Ну, Україна, взагалі, я можу сказати, наверное, з 2008 року була на дуже високих позиціях в плані брейк-міра. Тобто ми виграли багато соревновань. Это было прям, ну, очень много. То есть, я не знаю, это их происходило много. Их могло происходить чемпионатов мира там по 15 штук в год. То есть, в каждой стране есть... И вы скрізь взяли участь? Не, конечно. Но тут же все зависит от того, как тебя приглашают. Если есть приглашение, и ты свободен, то есть, там, в месяц может быть 4 соревнования. Каждые выходные, да. Вот, например, туда пригласили страну, там, из Кореи, из, там, Америки, там, 8, да, стран. Все, этот фестиваль можно считать международным. То есть, и мы как представляем Украину, да, например. И все, и вот таких чемпионатов проходило, ну, это на протяжении, там, наверное, 15 лет мы ездили плотно, то есть в усі країни майже, де були такі змагання, вам вдалось поїхати? Да, ну много где, то есть, ну, начиная там, я не знаю, как Америка, Корея, там, везде мы были, в принципе. То есть сначала мы начинали этот путь полностью сами. Первая поездка была, свои вложения, мы собрались с ребятами и поехали, я как помню, сейчас 48 часов на автобусе. Париж. Ну ничего, тогда мы первый раз себя показали, после этого нас узнали, начали приглашать оттуда, в принципе, путь такой уже. Звідти все і пішло. Да. Дуже складно потім, коли немає фінансування, немає підтримки і немає допомоги, знаходити сили і все ж їхати, і не кинути цей спорт. Да, ну, со временем это все начало развиваться во всем мире, то есть это как бы набирало больших оборотов, и в европейских странах больше развитых, у них есть практика приглашать. Если ты классный, ты крутой, мы тебя пригласим, приедь, покажи свои, типа, умения. Они оплатят тебе все. Ну, то ты плюс ты можешь еще выиграть приз, например, там, не знаю, 1000 евро, допустим, да, на пятерых или на троих. 1000 евро. Ну, ничего, можно поехать. Да, можно то есть в любом случае ты ничего не тратишь, ты едешь, пробуешь, получилось. Не втрачаешь, я сказала бы так, лише можешь отримати. Ну, да, ну, то и расстроиться, если правильно. Было таке? Конечно. Не, ну, я считаю, что поражение лучше, чем победа. Поражение делает тебя сильнее, победа расслабляет, поэтому лучше проигрывать, если хочешь к чему-то большому прийти. В любом случае, рано или поздно ты выиграешь. Если ты этого стремишься, стараешься, то, думаю, это реально. Ну, а як так? Тоді кожного дня треба заставляти себе? Чи от ви вже дійшли до такого рівня, що воно саме вже йде? Ти живеш этим. Вже тіло, наверное, да. Тут я хоч і говорю, що це не спорт, но все равно тіло требує. Ми ж, как бы, там, стучимося, пригаємо, і, ну, тіло привикає, оно требує этих нагрузок, там, і всього-всього. Тарасе, а от можна так показати якийсь елемент? Я знаю, що, ну,
можно там головой, руками что-то там. Нет, это так, конечно, сложно, если честно. Я даже застеснялся. Ну, потому что одним элементом это сложно показать. Потому что брейк, он как бы начинался на улице, был более простым танцем. А вот там, например, уже сейчас мы прекратили, но на протяжении 5 лет прошлых мы работали в театре. То есть 1:15 ты работаешь в театре, игра со зрителями, все на другом уровне. То есть как бы брейк вроде бы крутятся, валяются, а на самом деле это уже переросло в что-то большее. То есть есть там очень интересные соединения с контемпорари и всякими остальными. То есть, ну, у нас в стране ви это пока... Вы же его почали розвивати и розширяти можливості. Да, не сам брейк, як в чистому вигляді, а він додає елементів з інших танців, з іншої танцювальної програми. Вообще, брейк это как бы свободное. Тут нет вот никаких границ. Поэтому еще что классно в брейке, что тут ну, как бы, оригинальный стиль – это прежде всего. То есть ты имеешь формы, как и везде, как бы есть какие-то правила, но общая картинка создается, ну, твоей внутренностью. То есть если ты что-то мог придумать, что-то новое, что-то внести, как-то на это посмотреть с другой стороны, вот такое оценивается больше всего. И поэтому я и говорю, что на Олимпиаде это сложно, потому что там нужно держать носки, нужно делать так. А если вот такого элемента не было? Как немає мы выразу себе. Так, да? Олимпийские игры – это чітка постанова тих элементов, которые потребуют. И судейство, и суддійська колегія, да, вона вже дивиться на те, що ви зробили, чітко виконали. Да. Хто виконав краще, то той технічно може бути переможцем. А якщо ми візьмемо, наприклад, до уваги там фігурне катання, чи візьмемо там, наприклад, якісь такі спортивні, але водночас і художні, і творчі такі от види спорту, то ми побачимо, що може бути поєднання. Може, да, оно в оно все равно буде постепенно затирати рамки, тобто ограничувати. Это вот то, что, в принципе, ради чего я начал танцевать, потому что не было границ. В этом как бы самое приятное, что ты делаешь, как хочешь. Вот тебе нравится крутиться на лэ, крутишься. Тебе не нравится, не крутишься. Там нравится, там что делать другое. То есть для меня танец это уже давно... Я вот могу сказать честно, стоять на одной руке и слонам можно научить. А вот танцевать навряд ли, слушать музыку, передавать ее, показывать. То есть быть проводником настоящим, как актер, вот, передать свою там какую-то... Так, а как вы думаете, все же можно танець поставити в рамки, в Олімпійські ігри, в, можливо, інший вираз трошки. Нехай оцінюють хореографічність, артистизм, нехай буде творчість. Ну, это нужно пробовать. Я думаю, только так это можно увидеть. Потому что, ну, можно долго рассуждать на эти вещи, а может быть, оно по факту, они постараются, как-то внесут более творческую какую-то основу в это все, и может это будет выглядеть по-другому. То, что я видел на юношеских, ну, это... далеко від танців. Все ж це престиж. Олімпійські ігри вже давно завоювали престиж різних країн, і кожні от види спорту, вони намагаються все ж показати себе, показати найкраще, що є і в країні, і в спортсменах. Согласен, да. Ну, мені кажется, наоборот, що от як-то в останнє время йде така дискультуризація общества, і оно і спортом особо не інтересується нічим. І от з допомогою такого, як брейк, намагаються привлечь молодіж к олімпіадам і к такому всякому. Що все це... Нет підтримки, сложно бути спортсменом в нашій країні, я так думаю. Це реальна правда. А ну, а ті хлопці, дівчата, які приходять до вас. Девчата ж теж танцюють брейк? Да, да, да. Я уже, честно скажу, давно не преподаю, потому что мы ушли более в профессиональную. Ну, то есть я занимаюсь, езжу на соревнования, там мастер-классы, еще какое-то. Потому что школа – это очень сложно, брейк – это тяжело, дети не могут этим долго заниматься, а коммерциализировать это мне бы не хотелось. Ну, лично в своем как бы пространстве. Угу. Ну, це було б для дитини складно і, можливо, для батьків дорого, для того, щоб отримати чемпіона, отримати спортсмена, так, отримати того танцюриста, якого хочеш бачити. От якраз для молодежі, для дітей це супер класно, коли ребенок є к чому стремитися. Олімпіада все-таки, правильно? Это, ну, раніше ми нічого не могли предложити, кроме того, що ти можеш поїхати за границю. Да, я там мог родителям сказати, от я там, знаєте, де я тільки не був, от представьте, от у мене второй паспорт за гран закончился. Ну, все равно... Жить, ми ж взрослеємо, как бы нужно треба больше. Треба сім'ю годувати, да, а хлопцям це теж потрібно. Вот, поэтому я думаю, что это все усложняет. То есть, если бы была бы хорошая финансовая поддержка там, или государства, тех же спортсменов и брейка, то ну, в стране у нас много талантливых людей, которые бы могли бы представлять і робити це на високому рівні. Тараса, ну а ви зверталися? Можливо, є якісь комітети? Можливо, є підтримка міста, області? Зараз ребята цим займаються. Ну, там, я ж не один, как бы, у нас вже багато. Є ряд хороших команд з України, ну, як мінімум їх там 3-4 можна назвати, які... из которых сейчас немного людей танцуют, но остались какие-то главные ребята, которые курируют. То есть мы, когда были в театре, когда только начиналось общение за Олимпиаду,
Там были все, в принципе, самые классные танцоры из нашей страны. И мы общались на эту тему, как это будет все проходить. То есть наш там, общий знакомый сейчас занимается этим в Киеве. И все это идет, опять же, нелегко. Он сам за свои деньги попытался провести этап отбора. Мало кто туда поехал. Я вообще на это по-другому смотрю, потому что я считаю, что наша страна может себя круто проявить на таком, ну, виде соревнований. И как бы уже за большой период времени, там, на протяжении 20 лет, у нас есть серьезные танцоры. Не нужно сейчас никакой этап делать. Надо сейчас готовить сильных танцоров, ехать и побеждать или там, снимать какое-то место. Они начинают придумывать какую-то честность. Там, ну, я не знаю, к чему это все идет. И в итоге сборную, эту, которую я видел, ну, и то, опять же, куда она поедет. Вот сейчас карантин. Сейчас вообще никаких соревнований нет. Все этапы отменились, как это будет дальше. Потом я не удивлюсь, если не будет вообще финансирования на этот... На... Угу. Але все ж перший крок є. Да. І бачите, можна сказати вже про те, що зібралися танцюристи, вони готові їхати, да, незважаючи ні на що. Нехай буде ситуація, яка для нас підходяща, і все, можна буде відправляти, да, людей, конечно, їхати і перемагати. Ось. Да, вони дають місця. Кожен раз, от проходить, наприклад, в Китаї етап чемпіонату світу, вони дають для України 3 місця. Заплатіть своєму за проїзд, грубо говоря, і приїжджайте. Угу. І участвуйте. Чи потрібно мати додаткові взноси для того, щоб оплатити участь? Ні, я думаю, що ніяких взносів нету. Вони, ну, я ж говорю, це все розвилось к тому, що от в більш розвитих странах там делали, я можу сказати більше, в Україну теж делали в Україні делали великі фестивалі і привозили багато іноземців для участия здесь, создавали, то есть міжнародні фестивалі здесь у нас в Україні. То есть один був в Палаці спорту, я пам'ятаю, це був Battle School, це, наверное, найбільше, його показували по М1, там було більше 10 тысяч людей, там вот Украина в финале билась с Америкой. Я помню, мы там, ну, батл это батл, соревновались. А батли ви любите, до речі? Це ж теж такий один із елементів, ну, да, і творчості, і себе показати, перемогти. Ну, так это, наверное, и есть основное, когда ты, это происходит самореализация, то есть ты доказал себе. То есть для меня это все время было как битва стилей, ты показываешь, приезжаешь какой-то, вот, что ты придумал, что ты увидел то, чего не увидели они, как ты можешь там как-то по-другому. В этом было классно всегда, вот, типа, приехать там, или приехать, вдохновиться с других ребят. Раньше, я могу сказать, когда я начинал танцевать, танцевали в каждом подъезде. Я помню, я ходил по подъездам, там мог там где-то увидеть, что кто-то там тренируется. Мы шли, там пацаны тренировались. Это в Днепре? Вы да, да, да. Когда на... у всех подъездах танцевал? Да, и когда мы начинали, вот, ну, я могу сказать, что команд 20 было в Днепропетровске точно. То есть когда это, вот там 2000-е годы было. А прям... что зараз заважает, как вы думаете? Думаю, интернет и все остальное, все развивается. Не так это уже интересно, это сложно более. Ну, то есть... Вот как и со спортом происходит. Люди видят, что это не, ну, как бы какие-то спортсмены, да, вот смотрите, можно быть долго боксером, но если ты не выйдешь на профессиональную, более там, послеолимпийскую, то навряд ли ты станешь более успешным, чем ты просто закончится все на Олимпиаде, даже если ты станешь чемпионом. Я, ну, думаю, це дуже сумно. Да, коли, ну, людина талановита, а змушена все покинути заради, ну, банальних речей. Ну, ну скажімо, кажу, так, не, да, всі талановиті, не, да, всі можуть... Ну, у нас, я думаю, це так во всьому. То есть я не думаю, що це проблема именно исключительно з танцами. У нас розвиваються какие-то там определенные виды, это, наверное, футбол и то. Ну, я, честно сказать, за спортом не сильно слежу. Ну, как бы слежу, интересуюсь. Мне больше интересует, мне вот Усик, Ломаченко, я... За боксерами слежу такое. Вот. Но мне кажется, что это все, если бы поддерживалось больше, у нашей страны было бы, ну, реально много возможностей. Потому что многие просто уезжают потом. Проходит какое-то время, невозможно здесь работать. У нас там полстраны танцоров в Китай уехало работать. Ну, а нормально. Китай, він пропонує вигідні, да, умови, і танцюристи їдуть туди. Конечно, да, з ваших контракт... колег теж поїхало багато? Да, ну, з моєї команди ні, лично, ну, тому що ми більше по-другому на це все смотримо. А так, взагалі, ребят много уехало, да, дуже много. Зараз, може бути, там, в силу цих обстоятельств хтось повернувся, хтось залишився, але взагалі, як би, з України, там, після 2014 року уехало много, да. Угу. Ну, я не думаю, что это, ну, просто из-за того, что тяжело, реально. Тяжело вообще развивать это все здесь. То есть, если ты не нашел что-то другое, где ты можешь себя как-то подпитывать, поддерживать, то... Тарасе, ну, я ж думаю, у вас не так все погано, як, ну, поки здесь, як хотілося б. Ви тут, ви розвиваєтесь, у вас є команда, і в команді дуже багато талановитих людей, які теж разом з вами можуть себе розвивати, далі, да, йти, ну, нас, вперед. Так, да, ну, у нас команда так сложила, що у мене там деякі ребята живуть в інших країнах, тому у нас як-то більше ми там можемо поїхати в іншу країну, поучаствовать, тобто як-то ми общаємося, і не всі живуть тільки в Україні, вже роз'їхались, тому ми як-то так комуніцируємо, їздимо. Все равно этого не так, как много, как было раньше, в любом случае.
Ну, я, с одной стороны, даже как-то вот и хорошо, что не так много. Потому что, когда идет переизбыток рынка, там много этих маленьких соревнований, уже люди не так становятся интересоваться, нет такого у них как бы отдачи, они не настолько этим восхищаются, как вот. Тараса, до чего вы идете? От є мета? В плане танцев конкретно? Я, да. Вот моя цель на данный момент, я просто этим уже занимаюсь для себя, танцую. То есть вот самое лучшее, что может для меня сейчас произойти, это поехать поучаствовать с командой. То есть просто поехать и вот увидеть всех ребят, победить кого-то там, что-то сделать, просто пообщаться. А ви останнім часом перемагаєте багато. Я знаю, що у вас просто їх безліч цих перемог, вже навіть не рахуєте. Да, да. Ну, плюс сейчас же все это в мире развивается и опять же персонализируется, разделяется. То есть раньше было модно быть командой, то сейчас можно, ну, больше приглашают тебя одного. То есть... А вас, а, ви, тобто ви як один, ви теж може бути, можете да, бути одиницею. Да, можно по-разному, да, или участвовать с какой-то другой сборной. То есть все это настолько сейчас стало свободным, то есть наоборот, собирают целую сборную из разных стран классных танцоров и едут побеждать, чтобы, ну, вот там... Ну, чем вы дивуете, еще и досі? Это надо спрашивать у тех, кто это смотрит. Я впевнена, что вы будете и далее дивувати, але зараз людям вже мало того, чего вони вже побачили, вони хочуть нового, вони хочуть нових перемог, вони хочуть побачити щось таке, ну, неймовірне, чого ніколи не бачили. В принципе, вот бы хотелось бы, чтобы в Днепропетровске проходил хороший какой-нибудь фестиваль, где бы можно было развивать танцоров, чтобы это видели. Ну, то есть, я же говорю, в Днепропетровске раньше было очень классно, много танцоров, и поддерживалось это, и, ну... А это все как бы загибается, толком даже мест для тренировок нет, это все превращается в какую-то... То есть, раньше мы тренировались и на улице, и везде, то есть, этого было сплошь и рядом. То есть, я хотел бы, чтобы это развивалось, чтобы люди интересовались. Потому что лично для меня брейк, кто-то скажет, вот он там поехал, что я английский язык более-менее выучил благодаря этому, потому что начал путешествовать, понял, что я не бе, не ме. В школе немецкий, иди учи, я да-да-да, ну и вот так вот, как оно обычно в жизни бывает. Вот сейчас, поэтому много чего мне показало, я увидел мир, увидел много, ну, посмотрел на вещи вообще с другой стороны, абсолютно. Поэтому вот так. Хотелось бы, чтобы эта культура вообще развивалась. То есть танец – это часть культуры для меня. И я хотел бы, чтобы культура в общем развивалась. То есть это же не только зависит от танца. Музыкальное направление у нас тоже страдает. То есть это... Тараса, ну що, наостанок хочеться побажати вам успіхів, да. Хочеться побажати всього того, чого вам хочеться. Більше перемог, я вже не знаю, куди їх бажати вам, але все одно. Да, щоб ви і сам тренувалися, щоб у вас був розвиток більший, щоб ви були задоволені тим, чим ви займаєтесь. Бо знаєте, з одного боку, добре, все ніби є, вже є перемоги, але от немає того, що дає людині щастя. Дає людині відчуття того, що він все зміг. Він все зробив. І він вже задоволений. Да, ну для мене ще танець, вот это і є щастя. Тобто я коли танцюю, я віддихаю, я розслабляюсь. Это і є, как бы, в принципі, то, ради чого ми це робимо. Тобто ти відвлекаєшся від каких-то забот, просто не... Соревнования – это тоже только момент. Это не все сразу. Ну, то есть на одних соревнованиях, ну, это хороший стимул. Но если тебе только одни соревнования, это может быстро закончиться. Ну, там, не можешь ты уже так прыгать, скажем, как раньше, да, допустим, в силу каких-то обстоятельств. А я вот вижу это как танец, я буду танцевать там хоть и на одной ноге, но мне, то есть это как бы... Я не сомневаюсь, Тарас, я знаю, как бы к этому подхожу более проще, более творчески, то есть если... Будете, вы творча людина, и хочется вам побажати втілення усіх ваших задумів. Ну що ж, приходьте до нас ще, я думаю, після тих наступних якихось змагань буде у вас час, будемо раді бачити вас у нашій студії. Спасибо, і вам спасибо за приглашення. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. Дякую.